Проливные дожди нанесли ущерб 34 населенным пунктам 12 районов страны. Повреждено более 160 домов. Об этом сообщил начальник главной инспекции по чрезвычайным ситуациям Михаил Харабаджиу. За минувшие сутки спасатели выезжали более 20 раз для разблокировки дорог от поваленных ветром деревьев и электрических столбов. 10 населенных пунктов в 6 районах страны остались без электричества из-за прошедших ливней. Также непогода нанесла большой ущерб сельхозкультурам в селах Медвежа, Катюжена и Ларга Бричанского района. Повреждено около 100 гектаров кукурузы в селе Рутунда Единецкого района. Стихия нанесла серьезный ущерб в муниципии Бельцы, а также в Бричанском, Единецком, Окницком, Рыжканском, Санжирейском, Гладянском и Дандюшанском районах. В ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций были задействованы 111 сотрудников инспекции и 33 единицы спецтехники. На местах работают районные комиссии по чрезвычайным ситуациям для оценки ущерба. Решения для оказания помощи пострадавшим будут определены после сбора всех данных. На среду из-за непогоды Государственной гидрометеорологической службой был объявлен очередной желтый код в связи с грозами, ливнями и штормовым ветром.